Сейчас, ребята, будем готовить вкусняшку. Вчера перекрутили с Васильичем печень, легкое говяжье. Лучка много я туда добавил. Сейчас будем делать вкусняшку. Сковорода разогревается. Сейчас что-нибудь придумаем. Ребята, что-нибудь придумаем и помякаем. Смякаем. Помякаем, смякаем. В общем, делаем какую-нибудь вкусняшку. Василий, что делаем? Да вот, перемешиваем наш фарш. Здесь у нас лук. Что тут еще? Печеночка перекрученная, легкая перекрученная, лучок, приправки. Приправки. Вот, получился у нас такой ливер домашний. Теперь мы его вот так вот обжариваем. Обжариваем, помешивая. И потом приготовим какое-нибудь блюдо, да? Будем, да, кушать. Блюдо сделаем. Новогоднее блюдо. Закусочку. Ну, каждый, если хочет где-то что-то разнообразить, свой стол, но почему бы и нет, это не воспрещается, что-нибудь даже чашечку поставить с этим ливером, отлично пойдет, бутик сделать. Пахнет вкусно. Что, может, маслица еще подлить, не надо? Да, хватит. Выпаривается же. Вот так вот. Перемешиваем. В общем, будет вкусняшка. Да, зажарится и запах-то. Ребята, всем-всем доброе утро. Здесь у нас печень. От печени и бульончики, и такое, и все, и вырезки говяжьи. Идем кормить дочу. Доча уже хочет кушать. Рожки, хлеб, жижка, в общем, все очень вкусное и сытное. Деликатес, ребята, деликатес собачий. Кушай, кушай, рубай, рубай. Вкуснятина, вкуснятина, вкуснятина. Сегодня, ребята, у нас 28-е. Декабря 2021 года. Сейчас идем кормить мурашку. Здесь у нас, ребята, тоже все особенное. Тоже печень. Вареная печень, хлеб, жирная жижка. Ну, в общем, вкуснятина, вкуснятина. Мурашка, подъем! Мурашка спит еще. Посмотрим погоду. Минус 18. Минус 18, сейчас поставим и будет кушать. Да, из теплой будки выползай. Тянешься. Иди рубай по-быстрому. Рубай. Привет, привет, не буду тебя беспокоить, ешь давай. Рубай, рубай, Муракина. Привет, привет, ешь давай. Смотри, там какая вкуснятина. Ешь, ешь, давай, не буду тебя отвлекать. Пускай, чтобы лапки не мерзли, отвлекать. Надо быстро есть. Во, быстренько надо кушать, как лапки подмерзают. Мороз и солнце, день чудесный. Куда ты смотришь, друг прелестный. Так, прохладненько, однако. Ладно, ребята. Рубай, рубай, давай. То птички сейчас прилетят, пока походишь. Ну что такое? Что случилось? Остынет же, потом не будешь жрать. Потом я вынесу, не буду ничего давать, правда? Опять в будку поползла. Ешь давай. Что такое? Птички сейчас прилетят, все сожрут. Пока ты расшиволишься. Пока ты расшиволишься. Разытываешься. Иди сюда. Раша, иди. Ешь, иди.
Рубай давай. Рубай, все, не отвлекаю тебя, не отвлекаю. Оно же замерзает, пока ты расшиволишься. Но пока проснешься. На. Иди кушай, все. Иди кушай. Все, пока расшиволишься. Давай, оно замерзает, все. Я знаю, что играть хочешь. Но чешешься. Иди ешь давай. Проснулась. Кушай давай. Лапки подмерзают. Ешь давай бегом. Да, иди ешь. Не обращай на меня внимания. Лапки подмерзают. Да долго находится. О, ползи кушать. Так, ладно, пойдем заниматься своими домашними делами. Так, чему я это? А вот выйдет, поспит, почешется, походит. Надо сразу кушать. Она выйдет, а потом через полчаса выходит с будки. Ну, то есть заходит опять в будку, через полчаса выходит, а оно уже сверху подмерзает, все, замерзло. Надо сразу, вот как большой, дал и сразу кушать. Ребята, вы только посмотрите на это произведение искусства, как это все выглядит, украшение декора от самого шеф-повара Васильича. Василий шеф-повар. Смотрите, как это все красиво. Сперва оценим блюдо. А человек всегда оценивает визуально по внешнему виду. Смотрите, все красиво, все зелененькие. Сверху помидорки, укропчик, лучок. 3D, ребята, смотрите, 3D. Лучок растет на поляне. Во! Сейчас мы вот эту вкусняшку будем пробовать. И вот такое еще. О, смотрите, ребята, лепота, красота. Сейчас мы вот это будем пробовать вещь. Так, во. Сперва мы попробуем с майонезиком. С майонезиком надо маму попросить, чтобы вечером сделала горчицу. Она делает крепкую горчицу, отличную горчицу делает. Она прям крепкая-крепкая. В общем, не будем гонять воздух, попробуем начинку с майонезиком. Ребята, это вкусно. Вкуснятина. И первым падением лучок. Смотрите, как он растет, лучок. Лучок на поляне с лучком. Во, с лучком на поляне. Привет, Ильич! Я вкусный лучок, я хочу к тебе в рот. Так, вкусный лучок, говорит. Что-то аж слюна побежала, по идее. Так, ладно. Вкусный лучок хочет скушаться. Так, сейчас съедим вкусный лучок. Вкусно, ребята, вкусно. Очень даже вкусно. Теперь, ребята, помидорка. Привет, Ильич! Ты скушал лучок, теперь закуси меня с укропчиком. Просто закуси, я вкусная красная помидорка. Я росла на снегу в далекой-далекой Африке. Так, я с помидоркой, я тебя смякаю вместе с укропчиком. Так, сперва делаем так, берем укропчик. Как мы берем укропчик? Берем вот так вот. Так. Вкусная помидорка. Вкусная сочная помидорка. Ребята, берем еще. Этого, как его, печеночки. Надо заполировать же это все дело печеночкой. Прям вообще обалденно вкусно. Во, вещь, ребята, вещь. Печенка — это вкусно, действительно вкусно. Печень с ливером — это действительно вкуснота. Ладно, еще маленькую помидорку заполируем вместе с печенью. Ильич, не ешь меня. Так,
Что-то ничего в голову не приходит. Просто едим. Я вкусная красная помидорка. Ильича, на тебе женюсь. Не успеешь ты жениться, вкусная красная помидорка, потому что я тебя съем. Вкусная красная помидорка. Ладно, с печенью. Ребята, всем приятного аппетита. Всем вкусняшек. Что-то носик зачесался. Продолжаем трапезничать с ливером. В общем, всем вкусняшек. День у нас продолжается. А горчичку надо сделать. Маму попрошу, она хорошо делает. Ребята, это нашим птичкам. Птички опять хотят кушать. Насыпал пшена. Стакан. Сейчас мы рассыпем. Птички уже сидят, ждут. Вон они прилетели, уже видят. Они надрессированы, они уже знают. Сейчас только зашуршит. Все, они тут уже летают здесь. Вон они на заборе сидят сейчас. Ах, звук такой, шуршание. Во. Сейчас они прилетят. Вот сразу поскопились, а сразу поприлетели. В общем, пусть клюют, ребята. Пусть клюют пшено. Сейчас заберу чашки. Там собаки поели, надо чашки забрать, потом вечером еще навести. Чего там? И там птички сидят, уже доедают. И там птички сидят. Чего? Мараша? Мараша покушала? Ты понямкала, да? Быстро понямкала. А? Марахина, понямкала? Ай, трясешься. Да. Ты понямкала быстренько? Да, быстро скажи. Понямкала. Что тут? Жишку повыпила все? Надо дай. Быстро. Надо дай дать. Потом играть. То птички все съедят. На. Ой, доча. Надо играть. Да. Ну что? Собакина. Чего ты? Ну все. Доскребай там потом. На виду схожу. Да. На, спишь все в будке. Тетя. Да, мой Рокин. Дотя. Ну все. Все, я знаю, что играть хочешь. Все. Иди доскребай. Пока не застыло, иди доскребай давай все. Иди все доскребай. Ладно. О, красиво как, ребята. Смотрите. Вроде бы небольшой морозец такой. Ну, красота неописуемая, отличная красотень. Так, ладно. Пойду сейчас кушать, что-нибудь делать. Главное, мы накормили наших питомцев. Там доча уже играет, надо к доче. Доча! Мурашка там и все это. Ты все скушала? Надо чашку забрать, чтобы чашки не подмерзали. Потом вечером еще навести. Там помаленьку. Чего? Ты пожрала? Ты покушала? Покушала! Я все сожрала! Ты лошадь? Лошадинка? Вот ты моя лошадинка. Лошадинка, ты моя. Зубики покажи. Какие у тебя зубики? У тебя большие зубики. Тетя. Все, тяжелое. Все. Ну, что, скушала? Все скушала? А? Снемкала все? Собакина, все съела. Все, оставайся. Играет он, бегает. Их, у меня палец примерз. Все. Так, ладно. Пойдем что-нибудь делать надо. Мамулечка, красотулечка, сходила в магазин. Ходила.
Что купила? Так, на этот хлеб там, покажи там 6 булок. Так, вот это серый яиц. Это серый яиц, там ты будешь. А это там собака набрала. Короче, ребята, там сиры, вот это яиц, да, это кушать, что там две булки. А вот это, ребята, потому что в Новый год не да, привезут, не вот это. Этот хлеб добавлять с собачкам. Да, а вот этот нам, никакие. Ребята, не будут кушать. Так, муки опять взяла. Нет, чтобы травы взять побольше. Мука ходом идет. Мука ходом, да. Вот такая если мука. Опять пшена взяла. Пшено. Опять дрожжи взяла. Дрожжи. Сахарную пудру взяла. О, сахарная пудра. Сахарная пудра закончилась. Посмотрим, почем сахарная пудра. Ребята, по 20 рублей. Сколько тут грамм? 150 грамм, ребята. Да. Две таких. Так, томатная порошка, томатная паста. Две пачки горчичного порошка. Так, это... и чеснок, чесночок. Не помнишь, почем чеснок у нас вообще? Да не помню, по 30 чем-то. Так, дальше что у нас? И батончики. И батончики. Банана бар. Так. Да. И вот тоже пломбира. В общем, такие покупочки. Мама сходила, пока сыночек был дома. 554 рубля отдала за эти покупки. 554 рубля, ребята. И что я взяла? Я ничего не взяла. Ничего не взяла. Все. В общем, ребята, я такой думаю. Смотрите. Вот набежала скользкая. И вот бежит. Смотрите. Смотрите, смотрите, смотрите. Вот, глядите, глядите, глядите. Видели? А я такой смотрю. Воду набираю уже 2 дня. Набираю водичку 2 дня уже. Блин. И короче, я смотрю. А у меня как раз труба же в дом идет. Там этот насос запускаю. Смотрю. Один день напора нету вообще воды. Другой день напора нету вообще. Воды нету. А тут у меня такие пергаменты. Мне оказывается, где-то здесь пробегает. То есть я домой, когда набираю в бак большой воду, я и не видел, что здесь заглушка, видно, проэтывалась. И все, ребята. И у меня напора нет. А куда он весь делся? А напор, вот он весь. Вот он, позатопило. Ну что, будем вот это вот все расколачивать. Надо заглушку ставить. Я не знаю, где найду, не найду провод. Но вот такая, ребята, тоже бывает. Сейчас мы будем все это отбивать, выбивать и глушить. Эх, красавец Ильич. Целый этот... Морозный, это скользко. Ладно, будем делать, пока световой день. Все-таки в своем доме надо постоянно что-то делать. То там вылезет, то там вылезет.
Пока, ребята, шланга подходящего диаметра нет. Взял я чем забить. Кладочка. Шуруп. И пакет. Шланга нет подходящего диаметра. Заглушить можно было бы одеть и заглушить. Но диаметра нету. Придется старым способом. Обычно берутся деревяшка, вытачивается. Но мы чисто шурупчиком. Все, ребята, застучать не пришлось, но вкрутили все с усилием, все отличненько, все хорошо. С усилием вода не будет выходить, давление не такое большое, не выдавит ее. В общем, до весны хватит, а весной мы будем решать, что с этим делать. Мамуль, красотулька, а ты что делаешь? Я тебе сейчас горчицу сделаю, делаю уже. Вот такой горчичный порошок здесь в пакете. Горчица, да? Да, сухая горчица. Порошок. Так, вот это... Высыпала, да, сюда я чашечку. Дальше я беру. Здесь у меня где-то 100 миллилитров огуречного рассола. Огуречного, можно и помидорного рассола. В общем, огуречный рассол, да? 100 миллилитров. Потихоньку будем вливать и перемешивать это. Делаем такую, как вот густую сметану такую. Наливаем и перемешиваем. А вода не пойдет, только рассол? Ну, на рассоле. Ну, можно на воде. Хотите, если. Ну, я на рассоле делаю, если у меня рассол хороший. Начала. Так, перемешиваем, чтобы комочков не было. Ага. Знаете, что мы сейчас сюда же добавим? Где-то вот чайную ложечку сахара маленькая. И пол чайной ложки соли. И будем вот так вот мы все это перемешивать. И чтобы комочков не было одновременно. И чтобы у нас расходился соль и сахара. Ну, расходилась. И чтобы комочков не было, растираем это. В общем, без комочков, чтобы не попалось комочки, растираем это все дело. Угу. А то потом тебе яйца. Ты у нас один любитель. Так, она получается крепкая, ребята, кто не знает, крепкая, хорошая горчица. Можно на воде, можно сюда специи любые. Но я кроме сахара... И соли, и рассола, и вот еще растительного масла. Сейчас капну сюда. Вообще, по идее, столовую ложку. Вот растительное масло обычное. Да. Рафинированное. О, быстро и хорошо. С пельмешками. Вот здесь у нас еще холодец там остался. А да. Завтра еще это...
Я тебе когда еду, поставлю пирожковое. Там у меня есть это. Сегодня вы делали, перекрутили фарш. Вот все перемешали. И в баночку. Да, и в баночку. Вот такая консистенция получилась. Печенку я сегодня перекручивала, да? Да. Ну вот я перемешала со специями, солью. Там Василич будет делать, а я буду делать... Печенку я поставлю. Не сегодня перекручивала. Печень с ливеркой вчера закрутил. Да, ливерный этот. Вчера перекручивала. Вчера, ну я не знаю уже, ну когда-то перекручивала. А я пожарю потом наподобие беляшков. Кругленькие такие, на заморозку, на это. Что кушать, что замораживать. Оба. Еще соберем все последнее. Все до последней капли? Да. Жалко, пельмешек нету, сюда бы можно было. Пельмешей, ну, все собрать. Да. Вари. Они, по-моему, в бочке. Они в бочке лежат на улице. Да. А мы на диете. Мы, сильно, мы сильно не кушаем. Да, конечно. Потом. Мы сильно не кушаем. Да. Мы, ребята, следим за фигурой. Угу. Это я все выложила. Дальше накрываю крышечкой. Это все дело, что на столе у меня тут рассол. И поставлю вот эту баночку на батарейку. Пусть она стоит 3-4 часа на теплую батарейку, на антенна включена. И пусть оно стоит, и потом будет, ох, ядреная. А потом в холодильник убираем. А потом убираем. В холодильник. Вот я ее ставлю, и пусть оно стоит. Вот и все. Вот и все, и весь рецепт, ребята. Да.